город Тревизо на севере Италии. Город знаменит тем, что до сих пор большая часть его населения сохраняет фашистскую идеологию. И почему-то их не бомбят, а наоборот. Итальянцы продают виллы и дома россиянам, которых становится все больше и больше год за годом. Почему именно здесь столько много фашистов? Потому что здесь жили землевладельцы, которые всегда были знамениты своим винодельным. Торговали разной продукцией, поэтому о социализме здесь и речи не могло идти. Город достаточно богатый, сохранил свою культуру, поэтому здесь были все предпосылки, что именно тут поддержат Муссолини. Плюс ко всему, именно здесь часто встречался Муссолини с Гитлером. И обратно же. Никаких претензий в сторону Италии нет. Претензии только в бедной Украине. Мы, которые боролись против них, всегда были верны россиянам. Поплатили за это несколько раз. И сейчас. Платим большую цену. А вот современные фашисты сейчас не бегут в бомбоубежища, гуляют, радуются жизни. Все у них хорошо, потому что они в НАТО, они в Евросоюзе, у них правовое государство и много туристов, которые из года в год выполняют их бюджет миллиардами евро. В том числе и за счет москвичей, петербуржцев и еще тех немногих, кто выбрался из-за Парижа.